Друзья, всем привет, вы на канале Dota с кайфом, и сегодня мы записываем вон друида. В патче его немного пофиксили, ну как немного, много. И сейчас мы попробуем или засплитить, или, ну в общем, просто попробуем поиграть на друиде, что из этого получится. Да, на лесном друиде. На лесном друиде, кстати, да. Я буду немногословен, немножко зуб тут болит. Поэтому так было. На чем в лесу многословить-то не надо? Че понаставил? Там земелья баррикады поставил. Попробую собрать, короче, два медаса и хапнули. Там теперь два заряда у них. Я хочу два медаса собрать. Игру, короче, буду затягивать, получается. Не знаю, мне просто интересно посмотреть, что медасы, как и не. Вообще будут в игре. Два медаса. Я думаю, это будет очень, ну как сказать, недорого, а как это? Прибыльно? Прибыльно, но не тяжело будет изначально все это делать, стоять. Изначально, да. О, становик со мной. У меня там медведь сейчас умрет. Ой, не медведь, там, а курьер. Нет, нет. Ты убери его. Пусть умирает, похуй. Нет, он тебе что-то принес сюда. Принес, но потом пусть умирает, хейба. Ну, не знаю, что я здесь. Я не знаю, как я вообще здесь буду стоять. Почему я вообще сделал да, поддержку частичную. Тоже немножко не это. Да, нормально, они за тобой не пойдут. Им надо меня замедлить. Пока не идут же, пока проблем нет. Ну, тут любая моя смерть, это... Очень-очень плохо. Какая твоя смерть, да. Пока не меня разминают. Он нас убивает там. А кто где? А, у нас еще и Никс умирает. Минусов. О, ты черт. Ладно. Ну, линия будет не из простых, потому что Леон мне вообще не нравится против него играть. Кстати, я катку записывал против него, против, точнее, ботов тоже, ну, там, на Бристалбеке. И против меня тоже стоял Леон. Да, Леон. На ботах-то что он там чилит? Тоже станами, конечно, спамил. Я сейчас постою под башней. Крипов за башню сижу. Мишка-медведь. Дровка у них фармит. Меня лагануло что-то, все. Леон ушел. Меня слышно? Да. О, у меня медведь почти умер, пока меня тут удал. Умер. Медведь? Мишка-медведь мой погиб. В бою, честно. Он потерял искать, что он? Не знаю, я ухожу только, это чё? Не-не, всё здесь. Всё равно, бегай, станет вот сюда. Почему вот я ни Бристалбэк, ни Бару, ни Кускара не взял, когда мы до этого пытались ролик записать? Взял там, да. А мы не записали этот видос? Нет. А, ты вон друид и был? А, ну ты гений там, ну, трунта взял. Тут странно, что они вообще дитя это не доходят. Да не, вообще на 40, походу.
Они все пытаются меня убить. Леона, кстати, нет. Ладно, я буду пользоваться лайфхаками из Dota Skyfa, буду через низ курьера отправлять через портал, чтобы он летел сюда. О, кайф. Ну, Леон я не вижу, так что аккуратно. Медведям еще фидить пока нельзя. КД еще, давай-ка, подожди. Ну, у него лотоса не подбирают, Леон постоянно уходит куда-то. Тебе не приходит ничего. Ничего не понимаю. Ой, сейчас умру. Все, умер. Эх! Нормально так дропку промял, было бы хп только побольше. Тебя в соло было? Да, у меня хп было мало. Ты там стиги купил что? Угу. Гений не иначе. Я-то? Ну. Дровка стиги не заряжается. И он заряжается то. Что, он спамит много? Да, он просто спамит либо сосалкой, либо станом, либо хиксом. Ну, хикса у него не... А нет, подожди, хикса тоже не было. Или он ушел? Дородки еще приколи сливает. Или он... Это башня... О, или он все. Ладно, все, мы это все будем. Все, я понял, пацаны, все понял. Но он мне до 10 стеков изи было зальет в этот раз. О, каунт один его. Я его сейчас убью. Так, сейчас все убью. Понимаете это? Блин, он меня так не покупает. А, ну пожалуйста! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Такова жизнь. Такова жизнь. С такими приходится играть. Ты про меня-то? Ну. Ладно, все. Я просто вся поверил что-то. В себе, видимо, я пока верить не готов. Кольцо купил, должно быть все получше, по крайней мере. Скоро, скоро, 350 доты до медасика. Я уже 6-го, а доты тоже 6-го. Ох, ульта как хорошо и попнула, а? Что, надо не парить? А теперь давай пойдем. Теперь куда-то пойдем. Куда? Ладно, больно. Все, я понял, больно. Опа, Никс. О, наконец-то эту штуку пофиксили, я теперь могу медведям все брать, активировать нейтральную шмотку. Ты можешь больше нападать? Может, ты будешь нападать? Может, ты будешь нам... Кто-то там вроде летит, там шторм. А-а-а! Нифига он. Да куда? Зачем ты развернулся? О, дровку мы убили. Убил ее я. А что, Никса на меду унизили? Нет, ну он. С кем он? А, он со штормом стоял мне, да? Или он куда-то, короче, уходит, но он уходит не к тебе. Из плюсов. Дровка стоит одна. Да. Пять стеков есть. Я вот ступил. Первый медас и готов. Осталось только принести его еще. Что-то... А, я думаю. Сейчас, если... вырастем. Ладно. Леона все еще нет. А Леон, пойди, лесной? Ну, лесной Леон.
девушка боится, она бы зашла чуть подальше. Он почему-то сало не качает на дорогу. Ох ты, здорово. Понял, ладно, ладно. Первый мегасик подъехал. Я пошел. О, второй лотос. У меня хила очень много, и стою, типа, не слишком плохо. Клевом пятого? А клевом пятого? А ты? Я седьмого. О, давай, давай, пойдем, пойдем. О, барды заставили. Хорошо. А мне тут друг пришел. Легион команда. Куда? Не ходи, что дурак. О, у нас умрет сейчас. Долго лег. Или не умрет, или мы его сейчас убьем тут. Вот это зря, наверное. Он все пришел, да? Дурак. Это куда? Маны много? Мы же убили моего. Стики! Ой, хорошо сюда! Я, пожалуй, даже один кто достался, по-моему. Никого дайте пятюни, никого пятюни дайте. Бедный тигр. Но зато они теперь знают, что. Ну хотя ты можешь уже, наверное, вниз идти. Или что? Да, я уйду сейчас. Потому что они будут знать, что там. Мне кажется, им что-то не особо из этих дел. А он делал дуэль. Почему не дает? Алекса. Ой, хорошо! Ой, хорошо! Ой, пойдет! Ой-ой-ой-ой! Тут некая хайлайты исполняет. Давай, этого тоже в помоечку. Давай, это вот тоже тут даже. Сейчас меня тоже в помоечку давай. Да вы чё, в смысле? Да, мне тоже помоечку. Четвером они тут пришли. Подожди, пятером даже? Потому что Земель это тоже был. Мы там только что пятером были выпили. Захотели, наверное, тоже пришли. Нет, подожди, мы не в пятером, макака не приходил. Четвером. О, так он сейчас, ой, он убивает. Хорош. А с командочка-то по дедосе? Что у нас, некор пятерка? Да. Что у нас надо, аганим, да? Бодмэл. Аганим просто кайфинбище будет, если я его быстро соберу. Что они на медусе делают? А ты там убивают. Бедный этот. Второй медас готов. Что? Дальше чем? Огонь. Ах ты тварь, ладно, все на. Все, не ходи. Придут они меня убивать, не? О, придет, черт. Ладно, я ухожу. Все, я понял. Я уже сильно наглею. Ой, давай. Ой-ой-ой. Хорошо. Блин, что мы. Это мы на супер выйдем. О, макар, когда он придет на пиздец, да? Сейчас поиграем. Не, мы втроем вряд ли чего больше потерять сделаем. Но мы не крабу только потеряли одного, это не страшно. Пока что. О, а чё не прыгнул? А, там все. Если не надо. Ты чёрт. Ага. Давай вот этого. Давай. Хорош.
Что, давай, давай, давай. Блин, ну попал, наверное. Он так он покупает, нет тебя? А, он так он покупает, нормально. Что-то на... Ты это уже? Сплитишь, чё? А, ты вместе с дедом будешь бегать или чё? Не. Получается. Гоним, выформлю себя так же. Блин, они вышку мне не дают открыть. Никого не видно, кстати, если чё. А, нет, шторм здесь или он здесь? Давай, давай, ещё пойдём. Хотя у меня только два медаса из закупа. Ага. Всё, теперь у тебя пойдёт лут? Да, я ушёл, да, тихонько. Ой, убивает. Ой, да зря, ой, зря ты это делаешь. Зачем ты его подбил сразу? Так, вот это надо корону. А что, Мидас в целом типа не пофиксили никак? В общем. Два заряда ему дали. Нет, а типа по деньгам там туда-сюда. Походу нет. Блин, как ли он бесит, как? Бесит ли он? Ну как где-то, а. То есть теперь у тебя Мидас не в КД, его не может не торопиться прожимать, он второй заряд копится тихонько. Mm-hmm. А то раньше надо было, блядь, искать крипов сразу. Кого? Меня бьют. Некро у нас слишком агрессивный. Опа. А. Борды здесь, скорее всего. Не, что самому что сантряк принести? А ну придется принести сантряк, видимо. Вот. Вот, все, вот твой сантряк. Ой. Да блин, как они его быстро ломают. А чё, дробка такая заряжена? Видишь, зачем мне? Ты именно медуплекс. Противостояние у вас там ходит? Да. А чё бы нет? Если да. Ну что-то просто стримить, да, что стримить, я пойду наверх. Она сейчас башню сломает. Кого? Блин, я ушел, они драться захотели, они. Я ушел, парни, если что, аккуратно. Там никс по одному выцепляет тихонько. А, где-то отдали. Я тоже дед. Нет, там. Я-то не отдадим. Я сам могу. Мне просить не надо. Два раза, ну. Блин, я ушел, все ушли, чё за? Ой, Лего пришла. Надо Себастьян отсюда делать тихонько. Я сейчас тебе помогу сплить. Я вверх пойду ломать. Сейчас ко мне придут, думаю. О, медведь может кто-то засобирать теперь. Да ёп. Раньше руки не было. Ох, как они задолбали меня. Ох ты. Ладно, все, умер. Ох, вот это ганг. Это реально ганг. Все, их двое там, давай убивайте. Эти все еще там стоят. Два на два. О! Из четырех убийств. Ну догон уже, наверное, должен быть, да? А, он второй. А не первый. Почему некор башни не идет? О, а че он такой тонкий?
прям больно пробивает. Медасик. Опа. Ладно, мы пойдем за это вверх ума. Или меня это с ума. Блин, как будто аванпост в этом тройке лишний, тебе не кажется, нет? Он как будто место занимает и в тройке, типа и так было не шутка просторно, сейчас еще тесно стало. Теснее, точнее. Наоборот, лучше. Да? Потому что тут аванпост был и... По сути, они два аванпоста почти рядом было до этого. И то есть ты верхнюю карту, не... верхнюю часть карты никак не мог раньше пролетать. Все, сломал. Пойду к типам. Давай, пойдем. Тоже укатится сейчас. Да блин, чуть-чуть, ну тычку. О, хорош. Блин, сейчас опять этот становик пришел. Ой, хорошо. Ну, нормально. Ой, Лего. Ах, как. Ой, пора уходить. Они сейчас в ту сторону, да, пошли? Не уйдешь? Уйду. Медведь. Давай, давай, идешь, я пойду. Медведь шоп убьет мне. Хорош. Так, ладно, мне тоже надо уходить вот сюда. Да. У нас макака там тоже бешеный уже какой-то. Почему у нас некрофаг? Или ему надо так? Что мы лягу вместе? Пойдем. Пойдем. Она меня дуэль даст, я умру. Ты не убилась, да? Хорош. Коса, конечно, чуть-чуть ранее была, но ничего. Косо не убил, что ли? Сейчас подниму. Нашла коса на камень. Хорош. Да почему оно... О, такой некр... О, убьет, хорош. Такой некр меня заколил, сам ушел. Эй, ему тоже до стейка дошел. Не, ну, он такой, давай, меня убили, он... Типи аут, как говорится. У Лиги пока дуэли мало еще на 23. Сейчас плечу тихонько. Тут, как говорится, арка нет. Хотя тут дровка есть. Дровка меня за секунду медведя убьет. Мне очень много уже интересно. А, ну что-то есть. Что-то есть. Да почему некр фармит? Я бы ничего не говорил, потому что он мой фарм отбирает. Ривас.
Они его медведя прям контролируют, да? Ну, Лего там что-то все отчилит. Че, там, умираешь там, Уголёк? Ты тоже умираешь. Если я сейчас кто-то не уйду, то умираю. А, ну Лего просто без блинка играет. И из плюсов с медведя ей не будет дуэль давать. А, кстати, да. Ей не хочется дуэль давать мне. Ну, если у нее дуэлей будет много, но она вроде как не успевает, и типа дуэли не достаются. Понял, он прыгает. То глиф. Ой-ой-ой. Чем счастливо было, зачем? Для чего? Давай, давай. Ох, тварь. А вот сейчас осталась дуэль. Всего хорошего. Нормально, нормально. Мы сейчас еще убьем всех. Ох, Леон. Противный. А, Леон, да. Медведя в лягушку еще превращать можно. О, там все еще вверх живой. Блин, под катапу. Может, ты будешь уже живой. Все, пойдем наверх. Пока. Хотя почему пока? Типа я, конечно, играл на Леге, играл на дровке. На Леоне вот не особо играл. Ну, типа дровка, если сильно расфармится и ее фокусить никто не будет, то это будет очень плохо и очень больно. И возможно даже критично. Ну у нас так-то есть Никс, который, возможно, я думаю, должен. Наверное, и он, по-моему, понимает, что он таких вот как бы выкашивает без проблем. И он, я надеюсь, ее будет фокусить, кто не землю убьет. Вот он убивает там кого-то, ходит с командой. И я тоже толкаю линии, стараюсь. О, да ты пошел ты. О, вот они, вот они, вот они. О, беда. Не успеешь, не успеешь. Они стягиваются грамотно. Вот что. Это мне не нравится. Не нравится, да? Не нравится. О, кто он пишет? Непонятно, про кого, правда. На меня идут. Нет. Да. А, да. О, меня видно было. О, это пэта нет у меня. О. Ты-то уйдешь? Не думаю. Мне некуда идти. Мансовать пушать. Да мне пофиг. Сейчас я приду. Медвежку убили моего. Не, они не идут тебе. Он дровка здесь. Да, они думали, я ушел. Меня убьют опять. Не убили, не убили. Нормально тебя от этого бегает. О, это ты очень хорошо уже ломаешь. Кайф! Ты не шотает просто. В итоге за меня минус 3, так это вообще пойдет. Минус полстороны еще. Там казарма одна осталась. Базар. Я, правда, 4-10, ну типа, они просто в меня все отдают, прям все. Лего, конечно, дуэль вот сейчас забрала. Но у нее прям вообще немного, у нее файзы, сильвер и бодмейл. На 30-й минуте.
Хотя Сильвер так нормально в целом. Чё они так? Чё? А, вроде. А получается, Мидас же работает только у Огра в несколько этих. Да? Как это получается, допустим, на обычном саппорте, как вот это делают, когда там шмотки, ты говорил, выбивают, это же можно сразу по два крипа забирать и две шмотки будут выпадать, да? Угу. Вообще кайф. Кого, кого бьют? О, иду, иду, иду. О, иду, 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 пацаны. Я иду, иду, иду. Хорошо. Дровка, дровка. Ака очень сильно у нас уже. Плюс Никс хитрый. О! Нормально он разводит. Блин, их трое? Так. Блин, у нас Никс два еще стоит на миду. Надо подтолкнуть. Че, на меня пойдут? Да, ну, Лего пойдет. Ну и Никс к ней тоже пойдет. А, там миллион. Ну, не надо. Убили. А ты там кого-то доел тоже. Черт. Бегу, Леон. Бегу за моим медведем. Ну бегайте, бегайте. У меня новый есть уже. Они капец много времени тратят. Да, я уже им туда сломал. Они всю ману еще у меня потратят. Этот шторм-то? Угу. Лавки, и у меня будет так гонимо. Затестим, получается гонимо. А мне нужна, наверное, кираса. Сюда. А мне надо вангард отнять. У дровки вот он висит, неприятно. Мы их оккупировали пока что, там жестко. Чего он камень далеко летит? Не, ну Никс это, конечно, это хуже Леона, он, блин, так. Стянулись на меня вдвоем. Я, значит, крипов повел на ХГ. Мишка, медведь. Мишка, медведь. Глиф потратили. О, глиф. Глиф, нормально. А что, ты ту сторону доломал уже? А нет, еще. Сейчас доломаю. Эх, не крабьют. Нормально, Леона доел тоже. Я иду, иду. Все, доел. Ой, был. А, да? Пойдет. Сюда его. Эх, медведь умер. Обидно.
больно, ай, больно. Не, пойдем. Лего с блинком. Лего таки, блин, до сих пор не докупил. Неужели не все так плохо? Сильвером она. Ей нормально. Куда? Бьем зимеду, бьем зимеду. Да, сюда, давай. Он сейчас так надоест. А все? Мега крипы? Почему? А чё? Чё? Мега крипы же? Да. А чё я этого не слышал звука? Не знаю. Теперь противника есть мега крипы! О, пойдет! На фонтан меня! А, все? Да. Вот такая какая-то у нас игра получилась. Медведь засплитил. Мы поотвлекали. Надеемся, что вам понравится. Потому что, наверное, медовые катки вам уже поднадоели. Вот здесь такая необычная. Всем спасибо за просмотр. А, хотя нет, не спасибо еще. Ну, типа, спасибо. Сейчас я покажу еще статистику. Урончик по постройке, там все дела. Обновление, вот патч 7.34. Сейчас надо будет его почитать. Мы у тебя написано 0. Че 0? Нанесенный урон по постройкам. А, понял. Нормальная патч они выпустили. У меня 3,5. Полученный урон минус 838%. Что-то у меня тут написано. Это что-то не окей. Хороший патч. Медведь не учитывался. По факту, получается, ты сломал низ у них, потом сломал у них верх от Т2 начиная. Ну и трон заковырял тоже, получается. 2-4 еще. А, ну 2-4 еще, да. Ну, 25 тысяч на рейтинг. 20 точно есть. Угу. Вот теперь всем пока.